옛날의 것만이 아니고 옛날의 역사는 오늘에도 이루어진다는 걸 깨달아요. Но читая Библию, мы должны знать и помнить о том, что это история не о прошлом времени, но эта история и может повториться и сегодня, и она повторяется. 성경에 기록된 모든 역사는 오늘 우리 현실에도 일어나고 있습니다. То есть мы должны помнить, что все события, описанные в прошлом, они сегодня происходят. 그러니까 옛날 얘기를 하는 게 아니고 오늘 현실의 얘기를 성경을 통해서 우리가 듣게 되는 거예요. И поэтому, когда слушаем, мы должны воспринимать, что это касается не прошлого, а сегодняшнего, касается меня. 두 번째는 성경에는 많은 사람들이 나옵니다. И второе, в Библии сколько личностей описано? 오늘 우리 목사님이 베드로에 대해서 말씀하셨어요. Сегодня пастор говорил о Петре. 베드로는 옛날에 있었던 역사적인 인물만은 아닙니다. И Петр не является только исторической личностью, который жил в то время. 오늘 그 베드로가 오늘날 나다. А может быть, Петр и есть как раз и я. 오늘 목사님이 바울 사도에 대한 설교를 한다면 그 바울 사도가 나다 하고 들어야 돼. И если пастор сегодня проповедует об апостоле Павле, может быть, апостол Павел это есть я. Вот так воспринимать.